В новогодние праздники именно Центральный парк стал местом массового отдыха лысковчан. И это несмотря на то, что столбики термометра опускались до минус 15 градусов. Общеизвестно, что прогулки на свежем воздухе являются лучшим средством укрепления здоровья, повышения иммунитета, а значит и профилактикой простудных заболеваний. Поэтому на этих аллеях в зимние каникулы было так многолюдно. То же относится и к занятиям спортом. Они хороши в любую погоду, в один голос заявляют жители нашего города, а поэтому ежедневно приходят в обновленный парк. Можно и на лыжах, и на санках кататься, и на этих тренажерах заниматься. Мы на всем катаемся. Да я вот второй раз. Ну как тебе трасса? Сложная, длинная? Нормальная. Лыжню на тропе здоровья сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса постоянно поддерживают в хорошем состоянии, чтобы проходить по ней было удобно и взрослым, и детям. А у кого нет собственного инвентаря, можно взять на прокат. Для жителей и гостей нашего города на Фоке Олимп ежедневно с 8 утра до 10 вечера работает пункт проката лыж. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и знайте, что путь к здоровью недалек, он проходит через Фок. Правда, к сожалению, отправляясь за отдыхом в парк культуры, некоторые занимались не своим здоровьем, а порчей имущества. За новогодние праздники арт-объект «Я люблю Лысково» лишился одной буквы, а его красное сердце после них безнадежно сломано.